Региональный турнир по кикбоксингу «Кубок Кузбасса» прошел во второй раз, но на самом деле это был уже третий турнир. Тогда, в 2013-м, когда участвовали только кузбасские спортсмены, наша команда стала лидером. В прошлом году уступили хозяевам команде Белова. На этот раз кикбоксеры Ленинска уверенными поединками вернули кубок. Я когда зашел в автобус, они уже в автобусе, ребятишки, сидели. Я когда зашел в автобус, там чуть автобус не перевернулся от криков. Здорово. Нынешние соревнования были открытыми. Это означало одно: на ринге ребята из Ленинска могут встретиться со своими давними соперниками, командой Алтайского края. Оттого борьба обещала быть с особым спортивным накалом. Очень жесткая конкуренция, потому что и количество народу, то есть в весах ребята боксировали по 2-3 боя. Все выходили и все знали, что победа каждого – это его вклад вот в этот кубок, который, ну, когда они увидели, конечно, все, Виктор Васильевич, мы, говорит, будем до последнего. Для Кирилла Григорьева и Егора Копнина турнир стал уже четвертыми соревнованиями, где они встречаются в финале друг против друга. Спортивное дежавю принесло Кириллу второе место, а Егору победу и приз в номинации за лучшую технику. Когда состоишься, скажем, с Кемерово, волнение присутствует такое очень сильное, потому что не знаешь с кем. А когда со своим так, спокойнее все происходит. Хорошо, с одной стороны. Выигрываем среди соперников, встречаемся в финале. Уже знаешь своего соперника, не так страшно боксировать. 10 первых, 9 вторых, 12 третьих мест. Свой вклад в победу команды внесли ребята младшей возрастной группы. Так вышло, что в соперники нашим мальчишкам доставались ребята и на год постарше, и на пару килограммов тяжелее. Но ребята равняются на взрослых товарищей и завоевывают медали, приближаясь к своим спортивным эталонам. Копни, там, Идрисов, на них вот так пытаюсь равняться. Копни, Григорий, такие вот, пытаюсь равняться, чтобы как лучше все было. Такое количество побед, 31, завоеванных в тяжелейших боях, позволило ленинско-невским кикбоксерам завоевать главный приз турнира. Кубок Кузбасса уже красуется на самом видном месте. А через несколько дней кикбоксеры отправляются на Кубок России.